Всем привет! Компания Кудос, видимо, поскребла по сусекам, нашла какие-то вещи, которые они еще не использовали, и выдала на гора вот такую вот 16-битную приставку, которую назвали Super Drive Racing, если будете ее в интернете, например, искать. На коробке есть вот такое вот сообщение о том, что используется 9-вольтовый блок питания. Это в связи с тем, что в основном сейчас в приставках, что касается и 8-битных, и 16-битных, обычно используется блок питания 5-вольтовый. Корпус, видите, вот такой вот квадратный сделан. Есть два разъема для подключения джойстиков. Кнопка Reset, кнопка включения, индикатор включения и слот под картридж. Обычный картридж 16-битный, то есть те, которые ранее использовались в приставках, допустим, Mega Drive. Вот так выглядит упаковка картриджа. То есть наверняка, кто интересовался приставками или у кого они есть, он эти картриджи видел воочию. Коммутационные разъемы располагаются на заднем торце. Здесь присутствуют обычные RCA-разъемы, то есть видео и два звуковых разъема. Кроме того, можно увидеть еще переключатель, так называемый Мега-Кей, который переключает регионы PAL и NTSC. Раньше картриджи отличались, которые были сделаны для европейской Mega Drive, или которые были сделаны картриджи для американской версии Mega Drive, это Genesis. Соответственно, они не взаимозаменяемые были, то есть региональные защиты существовали, впрочем, как и сейчас на этих, на взрослых, так сказать, приставках дисковых. Вот. Так вот, чтобы можно было играть в картриджи для любого региона, здесь имеется вот такой вот мега-ключ. Ну, разъем для подключения блока питания, тоже маркировка есть, что должен быть адаптер 9-вольтовый. Ну и полярность еще следует отметить, что полярность в игровых приставках, она обратная. То есть, если в стандартной полярности как бы плюс находится вот на центральном штырьке, то здесь наоборот. Плюс находится вот на оболочке, минус находится в центральном штырьке. Что касается маркировки блока питания, то блок питания здесь написано, что он для 8-16-битных приставках, для HEMI 5 еще он 9 вольт, 600 миллиампер его параметры. RCA кабель обычный здесь, имеется гарантийный талончик и инструкция по эксплуатации или руководству пользователя. Вот. Геймпады. Стандартные геймпады, за одним маленьким исключением. Имеется вот такой вот переключатель, нормальный режим, ускоренный режим, замедленный режим. Кнопка мод, кнопка старт находятся здесь же вот на лицевой панели этого джойстика. Обычно вот кнопка мод, она вот здесь вот под указательным пальцем. Это кнопка, без которой в некоторые игрушки просто-напросто невозможно поиграть. Что же касается непосредственно самого вот этого переключателя, я не знаю, зачем он нужен в современных версиях приставок, потому что раньше, когда эти вот такого типа приставки 16-битные мегадрайвы появлялись в продаже вот 90-е годы, там можно было на лету, прямо во время игры, переключать этот переключатель, который был на джойстике, и использовать, например, замедленный режим. Единственное, что он тогда срабатывал, допустим, если брать игру Аладдин, он через паузу. То есть пауза загоралась, потом шаг делал герой, пауза, шаг делал герой. То есть вот так замедленно было реализовано. Сейчас в современных вариантах это нет, он просто медленнее двигается, потому что железо другое, начинка другая. И еще, если сейчас на лету все это дело переключать, как правило, игрушка зависает просто. Ну и режим турбо, соответственно, это тоже ускоренный режим, или как его можно было использовать, например, есть игра Battletoads, да, для того, чтобы наносить удары, нужно постоянно нажимать кнопку на джойстике. Вот, чтобы этого не делать, можно было поставить турборежим, зажать кнопку, и как бы это вот автофуер, еще раньше такие кнопки такие на джойстиках назывались. Вот. На сегодняшний день это не актуально. Подключать приставку к телевизору не имеет смысла, поэтому не буду я вам даже и показывать никаких картинок, поверьте на слово, поскольку начинка наверняка
та же самая, что присутствует во всех других приставках от Кудоса, ну вот в этих вот супердрайвах, поэтому ничего нового на ней увидеть нельзя. Никаких там супер-пупер, там графики или звука здесь присутствовать не будет. То есть все совершенно стандартно. На этом, пожалуй, и все, что я хотел вам рассказать об этой игровой приставке, за исключением того, что забыл упомянуть, она без встроенных игрушек. Для того, чтобы ею пользоваться, помимо покупки самой консоли, необходимо еще будет дополнительная покупка хотя бы какого-нибудь картриджа, потому что иначе вы просто получите консоль, которую вы не сможете никак использовать. Жители города Санкт-Петербург, приглашаю посетить наш магазин на Ириновском проспекте. Он находится, работает каждый день. И там гаджеты, которые вы видите в наших обзорах, они есть у нас на прилавках магазина. В том числе есть и картриджи для 8 и 16-битных приставок, да и сами приставки. Так что, пожалуйста, можете подъехать воочию, ознакомиться с наличием той или иной консоли. Всех остальных приглашаю подписываться на наш видеоканал. Заходите к нам на сайт. До свидания, до новых встреч.